Согласно исследованию International Data Corporation, в 2010 году объем данных в мире составлял около 1 зетабайта, что эквивалентно триллиону гигабайтов. За последние 10 лет наша цифровая вселенная выросла в 50 раз и сейчас достигает 40 зетабайт. И эта цифра продолжает расти. Всего 1% из этого объема данных проанализирован. Но какую ценность могут принести вам и вашему бизнесу данные сами по себе? Технологии не стоят на месте, и уже появились инструменты, которые позволяют преобразовывать данные в знания. А когда вы знаете, вы можете быть уверены в своих бизнес-решениях. Это Анна. По работе ей часто приходится анализировать данные о компаниях, лицах, транзакциях и находить в них взаимосвязи. Когда источников данных немного, найти связи между объектами довольно просто. Но объем данных растет, они становятся все разрозненнее и разнообразнее, их источники множатся, привычные методы работы и старые решения больше не справляются с задачей. Нужен инструмент, который объединит разные источники данных, проанализирует их, найдет скрытые взаимосвязи и представит результаты анализа в удобной графической форме.